Уважаемые коллеги, позвольте вам представить предстоящее мероприятие с 14 по 16 сентября в городе Казани, в АМТ-центре. Будут представлены все основные виды обучения по проктологии. Это механический тренажер, виртуальный тренажер, кадавр-центр и живая хирургия. Приглашаю всех принять участие. И семинар будет проходить, еще раз повторяюсь, с 14 по 16 сентября.